Özbekistan benim için sabahları güneşli. Özbekistan esamavli. Özbekistan'ı birge örgenemiz. Siz O'rta Osiyoning yuragi bo'lmoq qadimgi va zamonaviy shaharni ko'rishni istaysizmi? Balki sizni o'ziga xos g'aroyib hunarmandchilik turlari qiziqtirar. Kurrai zaminda mehmondo'stlikni san'at darajasiga ko'targan xalq bilan tanishmoqchidirsiz. Qadimgi ertaklardagi sharq xalqlarining to'y-tomosha urf-odatlarini ko'rmoqchimisiz? Unday bo'lsa, O'zbekistonning gavhari Farg'ona viloyatining Qo'qon shahriga xush kelibsiz. Qo'qonning borligi dekligi, Qo'qonning borligi xonligi, Qo'qonning sirlari bekligi, Qo'qonning sirlari xonligi. Bizning bugungi mehmonlarimiz ham Tataristondan ana shu go'zallikni ko'rish maqsadida tashrif buyurishgan. Айтинчи, саёхат учун неге айнан Қоқонны таңладыңыз? В 2019 году, когда мы приняли участие в международном фестивале хунармандов, и когда нас принимали именно в доме, наша делегация поселилась в доме Рашида, проживающего здесь у нас в городе. Вернее, у нас, я все время говорю теперь у нас, у вас в городе Коканди, и получилось так, что эта идея пришла мне в голову. Почему бы не организовать именно тур такой, знаете, какой душевный. Тур для людей, которые могут понять, что такое традиция. Тур для людей, которые хотят, вернее, интересуются и вообще хотят узнать изнутри узбекскую душу. Это такое ноу-хау. Мы для себя решили, что обязательно мы будем жить в узбекской семье, мы окунемся в эту атмосферу, мы увидим взаимоотношения между супругами, мы увидим взаимоотношения между детьми, как отцы разговаривают с детьми, как матери обращаются к своим детям и, в общем-то, и не только к детям, потому что семья здесь большая, семейные традиции великолепные. Здесь келен, здесь киол, здесь кайнана. Даже, вы знаете, когда они подают пиалушку чая, это уже видно, какая любовь, какое отношение, какие дети, какие традиции. Мы были так этому поражены, мы до такой степени сейчас в восхищенном состоянии находимся, что я даже сама, откровенно говоря, не ожидала такого результата. Почему? Потому что, в принципе, мы не знали, что мы делаем. Вернее, я не знала, что я придумала, но у меня была идея все это показать, и не только показать, но и рассказать. Я очень счастлива, что вот мои друзья, с кем мы организовались и приехали, организовали этот тур. Я его называю не только «Леди Тур», «Этно-фэшн», я его еще и называю «Душевный тур». Меня зовут Фанзиля Хакина Завгарова, я являюсь исследователем татарской традиционной культуры, естественно, фольклора, декоративно-прикладного искусства. Для чего я сюда приехала? У меня интерес давнишний. Вообще, у меня к Узбекистану интерес очень давнишний. Я еще студенческие годы, это были 80-е годы, я многократно ездила сюда на конференции именно по исследованию, то есть я делала доклады по исследованиям влияния суфийской литературы выдающихся узбекских поэтов Алишера Наваи, Бабура, Фирдауси на татарскую литературу и на татарскую культуру. Вот эти знания, вот этот интерес, который вот у меня возник в далекие студенческие года, они меня вот вновь сюда привели. Вообще Узбекистан, в частности, Бухара и Хива, Самарканд, они являются центрами тариката Накшбандия, который зародился здесь, и благодаря которому, я все-таки считаю, что благодаря вот этой деятельности, благодаря тому, что в средние века, со времен Екатерины II, татары смогли удержать ислам. Они смогли остаться в исламе, потому что шейхи, которые ишаны, которые в дальнейшем работали с нашим татарским населением, они внесли очень большой вклад.
Tashkillashtirilgan ushbu ledi turnir maqsadi tatar xonimlari O'zbekistonning tarixi va madaniyati, oddiy aholining turmush tarzi, urf-odatlari, milliy taomlarining tayyorlanish jarayoni bilan yaqindan tanishishdir. Sayyohlarimiz mehmonxonadan ko'ra Qo'qonlik Rashidaka Oxunovning mehmon uylarida qolishga qaror qilishdi. Очень много наслышано о том, что это один из самых гостеприимных народов. Что здесь неповторимая кухня, что здесь очень радушный всегда прием. И поэтому вот давно собиралась, наконец, лично приехала на себе ощутить все гостеприимство Узбекистана. Мы проживаем в семье, и это особенно для меня интересно узнать именно изнутри, то есть не как турист, не как просто приезжий, да, узнать культуру семьи, семейных ценностей, традиции. Потому что мне тоже очень важно, чтобы в нашей стране как можно больше делалось для укрепления института семьи. И когда смотришь в Узбекистане, насколько здесь уважают, почитают старших, насколько крепкие вот эти семейные традиции. Еще до конца не успела вкусить всех прелестей этой страны, но я чувствую, что здесь это очень сильно... что очень сильно развита именно местная культура, именно местные традиции, которые испокон веков сохраняются. Я родилась от прекрасной женщины, которая была по национальности узбечка. Папа был русский. Это легендарные люди, которые прошли Великую Отечественную войну. Они уже давно покинули этот мир. Но моя мама всегда хотела, чтобы я посетила ее родину, Узбекистан. И вот мой визит, он и обусловлен посетить Узбекистан, посмотреть, что это за такая прекрасная страна, что это за прекрасные люди. И мои ожидания превзошли все мысли, потому что Узбекистан для меня оказался такой планетой, космической планетой. Экран qarshisidagi sayohatsevar ayollar. Aytingchi, qayergadir sayohatga borsangiz, eng avvalo sayohatni qayerlardan boshlardingiz? Tabiat qo'yniga-da deysizmi? Bu ham yaxshi bir tanlov. Go'zal matolar, bejirim liboslar to'qiladigan, tikiladigan shaharga tanlovingiz bo'lsa-chi? Albatta ikkinchisini-da deysizmi? Yashang. Ha. Har bir qiz ayollarning tanlovi ana shunday bo'lsa kerak. Bizning tatar go'zallari ham bejirim, harir, atlas va adras matolari tayyorlanadigan ipak poytaxti Marg'ilonga ketyapmiz. Yo'l-yo'lakay zerikmaslik uchun sizga bir savol bersam. Ayol qizlar haqida gapiryapmiz. Aytingchi, tatar ayollarining bir kuni qanday o'tadi? Odatda ular nimalar bilan shug'ullanishadi? Татар хатын-кызының көне әлбәттә төрлеше уза, чөнки татар хатын-кызы төрле профессияларга ия. Ул идә дә хуҗабикә, ул эштә дә хуҗабикә, ләкин татар хатын-кызының мөһим бер кызык әйбере бар. Ул иртә белән торгач, әлбәттә гаиләсен чәй ишертеп, эшкә, йомышка, балаларын укырга, ирен эшкә озатып җибәрә. Менә Бәлки ул татар хатын-кызында гына түгелдер, бәлки бөтен хатын-кызларда дадыр. Без уйлыйбыз, үзбәк хатын-кызларда шундый ук. Ирләрен озаталар эшкә, һәм инде үзләре әкрен-әкрен әзерләнеп чыгып китәләр. Матур иттереп бизәнеп, үзләрен карый торган хатын-кыз, югары белемгә ия булган хатын-кыз. Безнең татар хатын-кызлары гел кадерле кызлар булган, чөнки алар белемне аларга гаиләсендә гел белем биргәннәр. Osha mashhur yodgorlik ipak fabrikasiga yetib keldik chog'i. Qani, ichkariga marhamat. Здравствуйте, здравствуйте, Фармина.
Ассаламу алейкум. Катта кызы, это маленький презент от вас. Рука болит немножко. Зачем вы собой? Ну, келдик. Мана бизан мехмонларымыз. Казаннан келген мехмонларымыз. Казань — это наша любовь. Да. Нас там вот были позапрошлом году. Полюбили, это вот как будто я в Советский Союз попал, доброта, такое тепло. То есть было хорошо везде просто, благодаря Римочке. Просто я по-другому, как сказать, увидел, вот как-то я был просто, до сих пор говорю, Казань — это моя любовь, просто. Марғилон Узбекистонның барча шахарлары арасында нафақат өзінің мемори ядгарликлары. Balki ajoyib ipaklari va undan tayyorlanadigan buyumlari bilan ham mashhurdir. Aynan shu yerda xon atlasi va boshqa materiallari bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan yodgorlik shoy to'qish fabrikasi joylashgan. Farg'ona vodiysida 1000-yillikning boshida Xitoydan olib kelingan ipakdan eng ajoyib mahsulotlar ishlab chiqarish o'zlashtirildi. Ammo 7-8 asrlarga kelib bu yerda ipakchilik ravnaq topib, Marg'ilon shahri butun O'rta Osiyo mintaqasining ipak poytaxtiga aylandi. Добро пожаловать на легендарную фабрику Йодгёрлик. Я не зря говорю, что легендарная. Это очень старая фабрика. На Великом Шелковом пути это единственное место, которое сохранилось, где каждый кирпичик, каждая стена пропахнута руками мастеров. Это единственное место, сохранившееся на Великом Шелковом пути, где производятся абровые ткани ручной работы, где работают и выпускают мастера тканей из натуральных пряж, это шелка и хлопка. Я сегодня вам проведу экскурсию, покажу 12 процессов производства абровых тканей, как создается, не производится, заметьте, я говорю создается, вот такой шедевр, как абровые ткани. Мы сейчас начнем, как из кокона тут шелкопряда начинает мастериться, самый первый процесс, изготавливать пряжу для дальнейшего выпуска создания этой ткани. Добро пожаловать! Бүгінгі күнді Йодгорлик фабрикасы қолды тоқылген ипак матолары ва мақсулатларын ішлеп чықарыш бойынша Өзбекистандағы ең ілғар ерек корхоналардан бір қысапланады. Корхона 1972 елді құрылген болып, бұй ерді ан-анави қол, хамды технологиялардан файдаланген қолды табі ипак матолары ішлеп чықарылады. Бұ маскен харқандай саяхатчын өзге жалып қылады. Чүнкі сіз ипак құрты пілләсіден тайор матоге қадар ипак ішлеп чықарышның толық жарайонларын тамаша қылышыңгіз мүмкін. Если у кого вопросы будут, можете задавать. У нас ОПА уже очень давно здесь работает. То, что этот первый самый процесс пылакозон, как раньше в древности делали, готовили пряжу, вот здесь так и готовится. Значит, вы кокон знаете, да? Гусеницу выкармливают листьями тутового дерева. Вот эти листья, когда разложишь, вот в такой вот сават, ну, здесь, по крайней мере, здесь в сухом виде. То есть, вот здесь гусеница поедает листья, и в течение 5 дней она заворачивается вот в такой кокон. После этого, вот здесь это уже высушенный кокон, привозится сюда, пылакозон, вот в такой чан, казан. И чтобы достать нить, первую ниточку, чтобы размотать этот шелкопряд, при определенной температуре, примерно 85-90 градусов, это такая температура, она как раз разжижает этот силицин, эту слюну, и тогда уже каждого шелка достается нить. Вот в данном случае здесь, наверное, очень плохо видно, может быть, но здесь ей дается задание для того, чтобы она определенную толщину нить подобрала. Здесь примерно около 25-30 коконов. Вот, вот она. Вот, видите?
То есть каждая ниточка с одного кокона. Вот. И она это все берет в одну нить, видите, складывает. Там другая женщина тоже старым способом наматывает на бобину эту нить. И вот таким способом они вытаскивают эту шелковую пряжу, которая при большой температуре воды растворила этот салицин и берет эту шелковую пряжу. После этого, когда она все это достала, значит, вторая помощница, вот таким способом, вот она идет, подача здесь, вот она нить, накручивается на вот такую бобину. Вот это настоящая шелковая пряжа, которая вот наматывается на вот этот вертел. Вот это самый первоначальный оригинальный тип. Это не то, что вы привыкли видеть. Настоящая шелковая пряжа, вот она. Такая, видите, жесткая. Такая арктическая блондинка. Да. На самом деле, потом, для того, чтобы сделать ту пряжу, к которой вы привыкли, идет процесс отбеливания. Есть такие ткани, как органза. Вот органза, она жесткая по своей структуре. Органзу делают из вот такого, как мы называем это, сырой шелк. Кто-то называет кустарный шелк, необработанный и так далее. После этого делается отбелка, то есть опять вымывание. Вот здесь уже силицина нет. И вот та нежность, к которой вы привыкли. Xomashyoni qayta ishlash texnikasi usullari va mato tayyorlashning an'anaviy texnologiyasi qariyb 2000 yil davomida avloddan avlodga o'tib kelgan. Korxona mutaxassislari nafaqat shoyi, balki paxta matolarini ishlab chiqarishning o'ziga xos an'anaviy usullari, mashhur xon atlas, adras, shoyi, juzuncha, snap, bo'z va boshqalarini hamon qo'llaydilar. Buyuk ipak yo'li gullab yashnagan davrda bo'lgani kabi bugungi kunda ham fabrikada tayyorlangan barcha matolar, jumladan ipak dunyoning ko'plab mamlakatlariga eksport qilinmoqda. Bu yerda ekskursiyada bo'lgan sayyohlar nafaqat haqiqiy ipak matolarini yaratish jarayoni bilan tanishish, balki fabrika ustalari tomonidan tayyorlangan marg'ilon ipak parchalarini ham xarid qilishlari mumkin. Исторические лидеры уже спокон веков по коврам — это Персия, Иран, персидские ковры, и Турция, турецкие ковры. Да? Прошу обратить внимание, что сейчас потихоньку мы, Узбекистан, входим в эту тройку и войдем, потому что у нас есть ковры с нашими узбекскими историческими паттернами. И очень многие паттерны — это из абровых паттернов сделанные ковры. Коллекционеры ковров, антикварщики, музейщики и так далее, приезжают, заказывают, покупают ковры абровые, потому что это нет ни у турков, ни у иранцев, ни у кого. И вот здесь у нас сейчас представлены есть ковры, которые уникальные, которые в одном экземпляре. Они бесценны, то есть цены нет на них. То есть вот ковровая тематика – это отдельная. Тоже в Маргилане делаются вот такие шедевры ковры, где нигде не найдешь. С абровыми тематиками. Шухрат ака, сайёҳларимизни фабрика билан таништирар эканлар, меҳмонларимизни хорошгани сизга ҳам сезилдими? Qadamlari sekinlashdi. Mana bular kimlar ekan? Rahmat kelganingiz uchun. Biz sizni hazir tabriklaymiz. Tatar ansambli, Quvasa tatar qizlari bir zo'r jir aytib beradi. Ha, Farg'ona viloyati Tatar milliy madaniyat markazining go'zal qizlari sayyohlarimizni bir rovga xursand qilib ketish uchun kelibdilar. Шариша,
Mehmonlarimiz yo'l xordig'ini chiqarib, xonadon bekasi Ma'rifat Kelinoy bilan bahoriy taomlardan biri bo'lgan tandirda yopiladigan ko'k somsani tayyorlashga kirishib ketishdi. Qiziq, Tataristonda ham tandir bormikan? Har holda tatar ayollari xamir taxtaga ustabek bo'ladi deb eshitganman. Qani, jarayonni kuzataylikchi. Xush kelibsizlar, mehmonlar. Biz o'zbek oshxonasida ko'k somsa qilamiz. Biz xamirni olib, bu bahoriy nimada ko'k somsamiz. Vitaminlarga, bahorda ko'proq qilinadi. Yo, bismillah, biz ham boshlaymiz. Ma'rifat xonim, mana bunday somsa yasaganda nindi ulanlar solasiz? Yalpiz. Iya. Jambil. Keyin yana otquloqlar ham bo'ladi, nuqlar ham solsa bo'ladi. Nuqlar solib qilinadi, bular hammasi vitaminga boy bo'lgan. Ko'katlar. Sizlarda ham qilinadimi oshxonalarda, shu nimalar milliy taomlarda qilinsa kerak ko'k somsalar? Ko'k somsa ilgari burun zamonda qilinardi. Nisha toz solarga kerak. Ko'p toz kerak solarga. Toz ko'p solinadimi? Endi nima ko'k uncha tuzni nima qilmaydi. Menga ozroq solinadi. Piyoz tuzni kamroq solinadi menga. Tuzni ko'tarmaydi. Mana bunday qomir yosaganda eshiga yoki tishiga yosalami qomir? Tuxumga olinadi mana osh xamiri. Yog'lardan savorsa ham bo'ladi. Yog' solib, shirin mazali bo'ladi yog' solinsa. Nindi moy solinadi bunda? Farqi yo'q, solaverasiz. Qana yog' bo'lsa ham solinaveradi. Masalan, mana bu yashillikka it solinadimi? Mumkinmi it solarga? Go'sh. Ko'katni ichigami? Aralash. Qissa ham bo'laveradi-yu, endi unaqa nima, go'sht alohida qilinadi. Qo'shib yuborsa bo'ladi ko'katga. Dumba qo'shib yuborsa bo'ladi. Mazaliroq chiqadi dumba qo'shsa. Dumba endi bu sariqning moyi. Татарша енді әйтілі. Сарық майынан тұш, мәселен, сары май саларға мүмкін мі? Сливычны, сливычны яқса сәйем мүмкін мі? Бұл орады. Бұл орады. Қандай әжайып. Бүгін көк самсаны матур үйттіріп, біз тандырда пішіребіз екен. Алла бірсе, Алла бірсе. Сіларда қамжуды айорларды пазанда, мүлі нақалар үсті дейшәрді пішіріғларге. Шуны сыры немады екен? Ма'рифат, в нашей татарской культуре, в нашей кухне тоже очень много изделий из муки. Наши женщины очень много используют в приготовлении блюд, мучных изделий и работают с тестом. У нас самые традиционные блюда – это татарская лапша, которая тоже делается из пресного теста. И у нас очень распространена выпечка, эшпешмак, треугольник. Элеш, губадья, парамяч. Это из дрожжевого в основном теста делается с разными начинками. Или мясо, картошка, фарш, губадья, это корт, рис, изюм. Самое, наверное, все-таки популярное в нашей кухне это выпечка. Шу айткан немезе енді бізге шуны таярлавиріп, курсатып, китасты енді құда қолесе. Ма'рифат хан, біздің яратқан келіні біз. Әлбәтті, біз мені бүгінгі күнде Өзбекстанда бік ұлы қунақ болып яшейбіз. Сіздің ғойледі матур еттіріп қунақ болабыз. Лекен өзбек милли ашыларын мені сіз сұрағанда, мен сізге айтасым келі. Біздің милетлер бір-біріне шын қатлы ұқшаш, біздің милетінің ғұрыф-ғадетлері де, тұрмыш өзәкләрі де бір-біріне ұқшап кеті. Әлбәтті, өзбек милетінің ең бірінші орында тұрған ашпалау. Ол енді бірінші орында, бірінші ұлы тәхітте тұрған милли ашлар. Сомсалар, шулпалар, мастава, қатық, мына мындай қоймақлар. Әлбәтті, ең менім яратқан өзбек милетінің ашы нарын. Мына шул нарын болса,
Мин бутен ошларга карайсы да килмиш, чунки нарынны мин бала шаптан яратам, бик яратам нарынны. Ат итиннен ясалган нарын искиткеч менет узбек милләтенең бер ашының бер төре. Бизне менә булай итеп матур итеп каршы алганыгыз өчен. Төрле ашлар, көн саен сез безгә яңа ашлар күрсәтәсез. Мин генә түгел, әлбәттә мин ул ашларны беләм. Ләкин менә Мәдинә ханым, безнең тагын дусларыбыз килде, алар да шапкаттылар менә үзбек милләтенең менә шул ашларына, кунакчылыгына, сезнең менә шундый ачык күңелле булганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезләргә. Инде мехмонлар, менә хамырларыбыз ан таяр, инде барып тандырга ябабыз. Бу инде турса, аз катып калады, шуның өчен аз буларды алып тандырга барып ябабыз. Хоп. Яра. Хәзер алып барабыз. Нишләп әйтәсез? Әйе, ал бер нәрсәне. Тандырымыз аманы қызыған. Мұны алып, өзі нандыке. Мұны өз сомсаны ке болады. Я пейгені. Мақсус. Мұны қазір енді. Сулап. Өзбекче апылышыны. Боласыла, дитче су берамыз. Тандырымыз кемдің су сифаген боламыз. Марфат ханым, сезнең менә мондый матур шапаннарда сомса пешерүегез көн саен шулай буламы? Инде мехмонлар барлыгыга милли киенеп, сларды күтеп алып, безгә хөрмәт итеп, сларгә хөрмәтмиз. Әйе, хөрмәт итеп безне каршы алганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Күлмәгегез бик матур. Искиткеч шапаннар. Безнең дә шундый шапаннар киясебез килә. Кызыкты шапанларыгызга. Мана инде сиз ябып күрәм. Агар кызык булса. Минем кулымнан килер микән? Килады, әлбәттә килады. Мәдинә ясап кара. Уз узмады. Әйе. Мана мин киямыз. Мәдина ханым, бу кармоныңгызда кыйммәтбаһа буйымларыгыз бармы деймәне? Хушьяр булыңгы, тандырның янында. Ой, автографировать никто не сможет. Не надо. Она нам съемку выбирала. Дети су убирамыз. Су астыннан. Су астыннан. Буш жирен кара, буш жирен. Файда бар. Буш чайге. Эй, тутып тұр. Эй, тутып тұр. Болды. Мене Мәдинә оста. Мәдинәнең премьерасы булды. Тандырда самса пешерәбез. Так, внимание. Ма, сауалым әйтеп куйсалам. Ябып күргәнмисез, я беренче мәртәбәме димәле. Это бестолковый ствол. Не на все. Кеттик. Сурай. Мәрфәт ханым, ничә минуттан пешерәбез? Ана халас. Рамзия ханым бездә режиссер булып кала дигәнләргә охшайды. Үзе беленеп калады, битләре кызарып. Тагилары җинне ташап набып калады. Шунда ул арас. Алла бирсе бер сәгать. Бер сәгатьтән соң самса ашыйбыз. Күк самса. О, рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Рәхмәт. Прекрасный Узбекистан, где чтятся все традиции семейные, культурные, духовные, эмоциональные. Я просто хочу еще раз сказать большое вам спасибо, друзья мои, за то, что вы сумели это все сохранить, за то, что мы можем увидеть, и у нас есть такая возможность приехать, восхититься и, в общем-то, где-то в какой-то степени пожалеть о том, что что-то у нас уже утрачено. И когда мы жили в семье у нашего Рашида, оказалось, что это самый лучший вариант показать вот эту вот глубину истории, глубину традиции. То, что я увидела здесь,
в Узбекистане, увидела, как женщины относятся к своим мужьям, как мужья и дети относятся к своим родителям. Я сейчас ничего нового не скажу. Я просто восхищена этим. Мне вот аналогов нет, хотя я объездила весь мир, была и во Франции, в Англии, в Америке. Я нигде не видела такого почета и уважения к старшему поколению. Вот сейчас, беседуя с молодежью, я услышала, насколько они советуются со своими бабушками, дедушками, мамой, папы, как они принимают решения, сочетаясь с браком. Вы знаете, вот для меня должно еще наступить какое-то переосмысление всего того, что я за эти дни увидела. Конечно, я очень благодарна вот нашей красивой даме Рамзии Анваровне, которая прежде всего пригласила меня в этот тур. Она сказала: «Как же, Татьяна Михайловна, ваша мама узбечка, и вы уже, будучи в таком взрослом состоянии, до сих пор не были на ее родине». Хотя мама-то ездила постоянно в Бухару, в Самарканд с папой. И я вот сейчас, видите, сегодня мы прилетели в Фергану, сегодня в Коканде. Я вижу вас, я вижу ваши приветливые лица, и мне хочется говорить, говорить и говорить об Узбекистане. Вот Алина... Это что-то невероятное. Инде азиз меҳмонлар бу кук самсани маъяна қўшимча қилиб бирдохир сифатида айтмоқчиманки, бир неча хил чиройли витаминли куклар фойдали. Mana shu bizning tibbiyotimizda ham bu tasdiqlangan ismaloq, yalpiz, bida kabi o'tlarda solingan bu bemorlarga ham, qariyalarga ham yaxshi hazm taomi. Biz shu yaxshi kunlarda birinchi shu ko'k samsani juda ham yaxshi ko'rib yeymiz. Восхитительная еда, блаженство, это узбекская кухня, это просто восторг пищи. Богов. Mehmonlarimiz jarayondan mazza qilib rohatlanayotganliklari ko'zlaridan sezilib turibdi. Ularni bezovta qilmayligi. Buni qarangki, dunyoda ko'pchilik insonlar turizm sohasiga orzular ko'priki deya nom berishgan ekan. O'ylaymizki, biz ham bugungi dasturimiz orqali Tataristonlik go'zal ayollarning orzulariga narvon bo'la oldik va bundan behad baxtiyormiz. Navbatdagi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Bienvenidos a Uzbekistán. Uzbekistán is safe. Uzbekistán benim için sabahları güneşli. Uzbekistán es amable. Uzbekistán'ı birge örgenemiz.